Привет, ты на канале Magic Pets. Привет. 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 Подписывайся скорее, чтобы нас было еще больше. Вот там внизу, скорее, давай. Да, вот там внизу красная кнопочка. И не забудь написать свой волшебный комментарий, потому что они появляются в роликах. А еще сразу после этого видео пойди на наш канал Magic Family и посмотри нашу супер-мега-проверку лайфхаков. Трум-трум для животных. Там такой крутой ролик, мы так старались особенно маски рисовать. Короче, ссылка вот там внизу, а мне шапочки понравились. Нет, круче всего лайфхак с гелевым шариком. Короче, ссылка вот там внизу. Нет, погодите, круче всего был зубной эксперимент. Ссылка там, короче. Тогда уж лучше всего лайфхак с 5-литровой бутылкой. Ссылка там внизу. Короче. Может, хватит уже? Все уже поняли, что ссылка там внизу, короче. Ой, зануды. Привет, что ругаетесь? Из-за ссылок вот там внизу. А что такое? Ну, Алиса на нас ворчит, что мы говорим ссылка там внизу, короче. Аня, ты сняла видео на свой канал? С этим Magic House я так замоталась, да, я наконец-то сняла видео на свой канал. Скажи еще, ребята, ссылка там внизу, короче. Вообще-то да. Мы зануды. Ну что, ребят, а теперь пойдемте снимать новый ролик на улице? Пойдем! Да, ура! Да, давай, классно, Ань! Да, пошли скорей! Киса, Алиса, ты с нами? Ой, что-то я так устала. Вы идите, а я лучше дома побуду. Другой раз, ладно? Ну, ладно, как хочешь. Ой, мне надо спешить, ребята уже побежали. Я пошла. Ты выходишь или тут остаешься? Ой, я такая хорошо тут на стульчике устроилась, тут полежу. Ну, ладно. Но я все-таки дверь закрою, пока. Так, вроде ушли. Надо напугать их в честь Хэллоуина. Отлично, сделаю это прямо тут на полу. Устрою им кровавый Хэллоуин пранк. Типа кетчуп, это кровь. Лягу и буду лежать. Ух, им жутко будет. А мне весело. Так, надо еще этот кетчуп как-то размазать. И одной пачки кажется маловато. Главное, чтобы запах не выдал. Так, вторая пачка крови хэллоуинской. Покемон-то точно поверит. Размазать немножко. Отличный пранк на Хэллоуин я придумала. Главное сейчас притвориться. Так, вроде вернулись домой. Главное не шевелиться и не шевелить хвостом. Дорогой хвост, не выдай меня, пожалуйста. Алиска, зря ты не пошла с нами гулять. Ой, что это? Киса, Алиса, куда монстр? Кисявка, с тобой все нормально? Это что, кровь? Киса, Лис, почему она не шевелится? Что это за красная жидкость вокруг нее? Что вообще происходит? И почему мне так страшно? Киса, Лис, ну, пошевелись, а что это тут такое? Так, киса, Алиса не шевелится. Рядом с ней красная размазня. Капли ведут к ней. Ну-ка. Интересно, как пахнет кровь? Что же делать? Киса, Лис, ну шевельни хотя бы глазиком, хвостиком. Эх, может она просто спит? И она поймала мышку и съела ее, и это мышкина кровь. А вдруг мышка где-нибудь наелась яду и была отравленная, и Алиса отравилась от нее? А вдруг Алиса хотела поесть эту красную фигню и отравилась сама? Или все-таки это ее кровь? Алиса, Алис, киса, Лис, кота, монстр, кисявка, просыпайся, хватит тут лежать. Если бы она спала, она бы уже проснулась. А лужа крови выглядит так, как будто она сопротивлялась. А вдруг кто-то Алису... О нет, нужно срочно бежать и рассказать Ане. Так, погуляли, пора и покушать. Может мне горячие бутерброды сделать? Стоп, а где красный соус? Аня! Юмичу, хватит паниковать! Что такое, ребята, вы что кричите, что случилось? Аня, там киса Алиса вся в крови! Что, Юмичу, ты что? Юмичу говорит, что там киса Алиса вся в крови лежит. Какой ужас! Я не вру, не вру, поняли? Я сама видела ужас своими глазами. Вы должны мне поверить, пойдемте, пойдемте скорее, я покажу. Ладно, ладно, пошлите, успокойтесь. Вот там, в нашей комнате, где мы снимаем, давай, не открывай. А вы видели? Нет, мы не видели. Ладно, спокойно, сейчас посмотрим. Я зайду первая. Так, это что такое? И где киса Алиса, которая тут лежит бездвижно? Хи-хи-хи, надо сидеть тихо, чтобы они меня не заметили. Ну, Юмичу, где мертвая киса Алиса-то? Она тут лежала, вот тут рядом с этой огромной лужей крови. Может, она уползла? Так, Юмичу, а ты уверена вообще, что это кровь? Я видела, как она лежит и не дышит. Мне одной кажется, что это не похоже на кровь. А на что это, по-твоему, похоже, а? Мне тоже кажется, что это похоже на что-то другое. Ребят, ну тут явно что-то произошло. Давайте проверим мою теорию. Мне кажется, это тот самый соус, который пропал из холодильника. Да. То есть киса Алиса не умерла? Ее никто не убивал? Она жива? Или все-таки нет? Пам-пам, попались! Разыграла, разыграла. Кот-то пранк на Хэллоуин. Ах, вот ты где пряталась, за лежанкой, да? И что ты натворила, киса Алис? Я вас всех разыграла. А Юмичу вообще подумала, что я умерла. И все остальные запереживали, а ты почти поверила. Нельзя так разыгрывать друзей киса Алиса. Мы все на тебя обидимся, да, Юмичу? Особенно ты. Да, я обиделась на кису Алису. Ань, слушай, а давай знаешь, что сделаем? Что, Софи? Давай, если ребята наберут на этом видео очень много лайков, то мы снимем свой пранк. Собачий пранк, дога-пранк. Это я придумала раньше тебя, тетя Софи. Это я придумала только что. Если ты раньше придумала, почему не сделала? Потому что... И мы разыграем кису Алису, когда она не будет знать. Только пранк не должен быть такой жестокий, как у кисы Алисы. Да уж, киса Алиса нас всех очень жестко напугала, а это, оказывается, был соус. Я же говорила, что это соус, я вот не испугалась. Мам, вот что ты врешь, как будто ты не перепугалась. Просто я сразу поняла, что это соус. Я, между прочим, тоже сразу поняла, что это не кровь. Я вообще-то понял. Да, теперь давайте скажите, что вы все типа знали, что это пранк. Одна я такая дура.
девочка повелась. Ладно, буду делать бутерброды без соуса. А нашу проверку лайфхаков Том Том и про то, как они перезвонили с номера 666, смотри на других наших каналах. Ссылки вот там внизу, короче. Что-то мне это напоминает, ссылки вот там внизу, короче. Юмичу, а ты видела, что кто-то убрал кровь? Какую кровь, киса Алиса? Это же был кетчуп, ты же сама пранк делала. Аня, наверное. Ну хорошо, чтоб перебираться не пришлось. Да уж.